В Калининском районе водитель сбил женщину. Инцидент попал в объектив камеры уличного наблюдения. Это перекресток улицы Каслинская и проспекта Победы. Вот машины идут на поворот. Водитель белой иномарки не замечает пешехода и совершает наезд. Машина ехала почти на одном расстоянии с попутным авто. Но, подъезжая к пешеходному переходу, кажется, хотела перестроиться. На место приехала скорая. Характер травм, которую получила пострадавшая, не сообщается. В Миассе под колеса машины попал 16-летний велосипедист. По предварительным данным, парень выехал на дорогу, когда горел красный. Все произошло на улице Академика Павлова. Велосипедиста сбил 30-летний водитель ВАЗа. Удар оказался очень сильным. Мальчик выжил, но получил травмы. Его велосипед буквально разорвало. На трассе М5 в районе Юрюзани фура слетела с дороги. Вот уже такой момент. Солярка, он бежит. На землю. Водитель большегруза уверяет, что его подрезали, и поэтому он потерял управление и улетел с проезжей части. А в Челябинске автоледи столкнулась с иномаркой и врезалась в ограждение. ДТП произошло на улице братьев Кашириных. По данным ГИБДД, не разъехались Лифан и Ауди. Авария произошла в 9 часу вечера. Момент случайно засняли на камеру мобильного. Известно, за рулем машины «Лифан» была 46-летняя автоледи, за управлением «Ауди» – 29-летний мужчина. Пострадала пассажирка «Ауди», с места происшествия ее госпитализировали. По факту ДТП начата проверка, сотрудники ГАИ выясняют, кто виноват.